Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 29 лет, рост 187 сантиметров, вес 92,95 килограмма. Профессиональный рекорд. 9 побед при 4 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 29 years old, standing 187 centimeters tall, official weight 92.95 kilos. His professional record 9 victories and 4 defeats. Дамы и господа, из Красноярска, Россия, приветствуйте Степан Горшечника! Его соперник в красном углу. His opponent across the cage fighting out of the red corner. Бойцу 29 лет, рост 180 сантиметров, вес 92,85 килограмма. Его профессиональный рекорд 10 побед при 3 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 29 years old. He stands 180 centimeters tall, official weight 92.85 kilos. His professional record 10 victories and 3 defeats. Дамы и господа, из Сочи, Россия, приветствуйте Григор Федоин Матевосян! Рефери поединка Виктор Корнеев. Бойцы на центр. Поближе сюда, поближе сюда. Это соглавное событие. Работаем 3 раунда по 5 минут. Активно защищаемся на протяжении всего боя. Вы правила знаете, не нарушайте их. Если я говорю стоп, это стоп. Слушай команды на протяжении всего боя. Пожали руки, разошлись по углам. Соглавное событие вечера. Степан Горшечников и Григор Матевосян. Повыше будет Степан и незначительно больше размах рук. По 29 лет парням. И очень важный момент в карьере и того, и другого. И трибуны. Сочи начинают уже скандировать «Григор, Григор». Поддержка у Матевосяна просто сумасшедшая. Полтяжелый вес. Это ACA 159. Правосторонние стойки левши у Степана Горшечникова. Аккуратно так подвигается вперед Григор. Не форсирует, а будет Горшечников, конечно, работать на дистанции. Хорошая... Расстояние удобное для Григора, это среднее и ближнее, конечно. Там с вложением корпуса может быть очень жестко и очень больно. Ну и вообще, в клинче очень здорово работает Матевосян. Хорошие у него колени, локти. Ну и все, что связано с муай-тай. Продолжает неспешно идти вперед Григор, но он натыкается вот на такие ответные атаки со стороны Степана, который, используя дистанцию, пытается пробить то по голове, то по корпусу. Если брать во внимание последние бои Григора, то он вел себя довольно осторожно. Это касается боев как раз с бразильцами, Прадо и Силвой. Пытается найти атаку на сайдстепе, на смещении Степан Горшечников. Пока не получается. Ну и вообще с ударами есть определенные проблемы. В этом бою поджимает Матевосян очень аккуратно. Лоу-кик сдваивает по корпусу. А вот здесь точно прошел этот удар и оставил как раз сразу за собой красный след. Плотное попадание. 1,5 минуты позади. И заход в борьбу от Григора. Но на самом деле свои борцовские навыки он показывал и в предыдущих боях. Но успел откинуть ноги Горшечников. Колено по корпусу добавляет. Тайский клинч – это привычное дело для Григора Матевосяна. Базовый вид спорта для него – муай-тай. Но пока как будто бы сочинец не проснулся. Да, и пропускает джеб. Еще один боковой. Вновь давление. И вот сейчас, по-моему, начинает потихонечку расходиться вот так. Завелся Григор, стал гораздо более активнее действовать. И побежал вперед. Есть попадание. Хотел перейти к борьбе. Степан Горшечников не вышло. И ответное действие уже от Матевосяна. Уперся там он в руку. Попытка пройти в одну, то в другую ногу. Меняет вектор. Колени.
Пока Степан отзащищался. И разворачивает здесь горшечников соперника. И встречно. Уже нужно здесь Горшечникову максимум усилий приложить для того, чтобы перевести оппонента. И что он, собственно говоря, делает? Да, это ему удается. Там сразу пытался найти узел плеча. Григор Матвасян, не получилось. Там так неприятно по лицу прилетает с правой руки от Григора. Незащищенным оказывается лицо у Степана Горшечникова. Подобрал кисть. И сейчас может забрать спину. Степан. На самом деле, не очень приятное положение для Григора. Накатывает корпусом Горшечников. Левую ногу при этом не выдергивает. И вот довольствуется таким хавгардом. И все выше и выше. Пытается сесть. Пытается, я думаю, перемахнуть в фулмаунт. Но там всячески сопротивляется Григор. Да, в отличной форме Горшечников. Это видно. Грамотный первый раунд он проводит. Возможно, действительно, Григор еще не проснулся, но когда же он будет это делать? Локтями, да, совершенно верно. Локти — это тоже оружие из муай-тай, которое можно применять в любом осевом расположении, что по оси X, что по оси Y. Да, урон снизу неплохой, по ключице тоже попал. По-прежнему гард закрыт. Менее 30 секунд. Есть попадание от Степана. Да, среди вот этих вот ударов бесконечных вставил свой правый боковой. И здесь пытается с левой уже набросать. Активизировать пытаются из угла Степана Горшечникова, чтобы как можно больше ударов он наносил. И вновь локти. Ну и в целом, скорее всего, Степан раунд-то забирает. Пока все. Матвасян против Степана Горшечникова. Полетел вперед Матвасян с левой ноги. Колено едва не поймал и перевел. И он уже в хавгарде. Понял Григор, что нужно что-то резко менять. А возможно, решил немного отлежаться и отсидеться в конце первой пятиминутки. Ну какой форсаж! И какие локти сразу летят в голову! Да, получается, они короткими. Отключил руку. И вновь отжимает вот так. И даже с короткого расстояния пробивает. Здесь справа накидывает. Не так давно в Санкт-Петербурге прошел четвертьфинал Гран-при в данной весовой категории. И там Михаил Мохнаткин выиграл по итогам 5 раундов у Олега Оленичева. И тоже решил переждать четвертым, чтобы забрать пятый. И обеспечить себе таким образом итоговую победу. Пытается избавиться Степан Горшечников от назойливого оппонента, который сверху так плотно засел и уже минуту находится сверху. Вот второго раунда. Жестко вновь с правой. Все в зачет. Все не остается вне поля зрения судейского корпуса. А попытка приема нет. Здесь не получится. Возможно, опять будет распятие. И вот такие локти хорошие полетели. Вот Григора амплитудно. Жестко работает, но чистых ударов пока не так много. Но есть, вот сейчас придерживает голову, добивает.
И вот сейчас перекрываться в глухую начинает Горшечников. Все! Досрочная победа Григора Батывасяна. И все-таки он сделал это. Ну что ж, 11-я виктория Григора. 3 победы подряд. И вполне вероятно, мы увидим именно бой, реванш Батывасян против Муслима Магомедова, против чемпиона. Впереди главное событие сегодняшнего вечера. Эдуард Вартанян против Артема Резникова. Ну, а сейчас, конечно же, поднимут руку Григору Батывасяну. И затем наверняка он скажет пару теплых слов в адрес своих болельщиков и своего тренерского штаба. Дамы и господа, рефери поединка Виктор Корнеев остановил бой через минуту и 36 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Виктор Корнеев, stops this contest at 1 minute and 36 seconds of round number 2. Техническим нокаутом добивание победу одержал. And your winner by technical knockout due to punches. Григор Федохин Батывасян! Григор! Возвращайся на центр, победитель! Друзья, вы знаете, что я от вас попрошу? Шума, друзья, шума! Поздравляю тебя с победой. Ты в который раз выступаешь перед домашней публикой? На такой поддержке я не помню. Сочи, привет! Всем приветствую. В самую первую очередь я хочу пригласить Арсеновса. Можно брать? Пожалуйста. Этот человек обязательно должен быть здесь. Не обошлось без травм у Арсена. Не так легко перемахнуть через ограждение, но занятия смешанными единоборствами дают физическую форму. Григор, слово тебе. Друзья, хочу сказать, много говорить не буду. Хочу в первую очередь поблагодарить моего брата Арсена за то, что благодаря него я в этой организации и благодаря него я сегодня выиграл. Поэтому эта победа наша общая, брат. Спасибо тебе большое, если бы не ты. Я не знаю, был бы я здесь или нет. Спасибо, брат. Хочу еще поблагодарить главного тренера клуба «Ахмат» Мурат Бичуев. Этот человек очень многое тоже сделал для меня, готовит меня. Днем и ночью много вложил. В лице него всех тренеров клуба «Ахмат». Спасибо большое спарринг-партнерам. Мои друзья приехали из Грозного. Всем ассаламу алейкум. Мои братья, друзья с Краснодара, с Ростова, Сочи. Всем спасибо большое. Майрбек Хатиеву, спасибо большое за предоставленные бои. Благодарен. Арсланбек, спасибо большое. Не уходи, напоследок спрошу, у тебя есть незаконченное дело с Муслимом Магомедовым. Насколько ты ожидаешь этого поединка? С Муслимом у меня хорошие отношения, я ничего против не имею, но наш реванш неизбежен, я готов. Просто дату скажите, дай Бог ему здоровья, как он готов будет, я готов тоже. С нетерпением ждем твоего возвращения, Григор Батывасян! Еще? Спасибо моему отцу, родному брату, братьям, которые со мной выходят. Дядя, все они здесь. Всем спасибо. Спасибо большое.